Итак, ребята, всем добрый день. С вами канал Mazda MPV, колхоз «Наше все». Приветствую своих подписчиков и случайных зрителей моего канала. Возникла у меня проблема. Так, при торможении начало бить это левое колесо. С учетом того, что я его протачивал год назад, ставил новые колодки, тормоза у меня отсекаются. Но бьет как? Вот начинаешь тормозить, но сейчас очень хорошо бьет. Прям в педаль отдает так ужасно, прям ужасно. Дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. И если входить в пологий поворот, то же самое происходит. Закладываешь руль, и машина начинает так подколбасить. Полазил по форумам, пообщался с людьми, пообщался со знающими коллегами нашего форума. Аське, в общем, подсказали, что может быть несколько моментов. Это или, конечно же, кривой диск, тормозные колодки, это, конечно же, какие-либо у нас получается на сайлентблоке на рычаге, ну или на рулевом наконечнике. Вчера залез под машину, посмотрел, и что я там увидел. Где, внимание, болезнь нашего автомобиля, очень частая. Слышите? Мало того, что он вот так вот движется, видите? И он еще и стучит. Короче, разбило посадочное место. Ремкомплект у меня в наличии, будем ставить. А граната еще японская, эти зеленая. Тут даже пыльник Mazda in Japan. Этот пыльник еще до сих пор не менялся. Думаю, что скорее всего бьет именно из-за этого, потому что очень сильно ходит. Сейчас будем снимать гранату, в принципе, снимается очень просто, на полчаса времени. Кто еще не знает про ремкомплект? Вот такой вот подшипничек НТН, размеры будут. Вот такая вот втулочка вытачивается у токаря. И вот такой вот сальник. Все это будем устанавливать в левую гранату для устранения люфта левой гранаты. Смотрим дальше. Подробностей всех снимать не буду. Самое главное сейчас снять гранату. Итак, вынул гранату с горем пополам. Вон с того места. Там стоит сальник. Вот оно. То место, в которое нужно ставить подшипник. Что мы делаем? Граната стоит. Я так понимаю, что подшипник нужно набивать вот сюда. Набиваем подшипник. Ставим вот эту втулку. Вот так. Забил вот так вот подшипник сюда. За подлицо, не за подлицо, пока не знаю. Посмотрим, как это будет выглядеть во всей этой системе. Сейчас будем забивать туда втулку. Итак, чтобы вытащить обойму, короче, мучился я минут 30. Нужно взять вот так вот ключ, ключом вот так вот поднять и молоточком постучать. И эта обойма нафиг отсюда вылезет. Замучился вообще вытаскивать вот эту вот, вот этот вот сальник второй, который здесь стоит. Просто замучился. Ужас какой-то. Ну, сейчас будем ставить наш ремкомплект. Я так понимаю, что нужно взять его, вот он, да, вот он сальник. И вот таким образом его туда ставить аккуратненько, молоточком подбить. И вставить. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук до конца. Ну все, воткнул обратно гранату. Гриша сейчас связался с Гришей моторщиком. Говорит, что все это туфта надолго не хватает. Будет новые там мудрить какие-то торпластовые втулки. Посмотрим, что у него получится. Но у меня пока, в принципе, стало хорошо. Не болтается вообще, вообще. Но здесь мне еще нужно, оказывается, менять шаровую. Завтра закажу и буду менять. Ну и, соответственно, у меня приедут вот эти резинки. Поменяю резинки. Вот эти резинки, которые уже подизносились. Стойка вроде ничего. И люфт, люфт, люфт. Будем то же самое. Вместе с шаровой буду снимать. Сейчас пока машину на прикол. За пару дней, там 3-4 дня, через запчасти придут. Буду ремонтировать. Такие вот дела. Все, всем удачи, всем пока.